К этому событию долго готовились, жители с нетерпением его ждали. По примеру прошлого года все понимали, в этот раз должно быть не менее весело. Никто не ошибся. Ночь в парке 2023 превзошла все ожидания. Программа областной акции становится насыщенней. Вот эти проекты чем интересны? Они хотя бы тем, что отвлекают людей от гаджетов, от каких-то сетей. Вот сидят люди целый день, даже не выходят подышать. И мы увидим то, что происходит сегодня здесь в парке, насколько уже востребовано общение. А наша задача сделать так, чтобы это было интересно. Сцена парка стала центром притяжения. Здесь весь вечер шла развлекательная программа. Выступление музыкальной кавер-группы. Театрализованная постановка артистов Дворца культуры, юмористическое шоу местной команды КВН, специальный конкурс телеканала «Видное ТВ». Мы даем возможность профориентации, особенно вот мы посмотрели же, в основном девочки достаточно молодые, кто-то в школах еще учится, в старших классах, да, кто-то только закончил, кто-то на первых курсах института. Может быть, они придут, попробуют, посмотрят, получат определенную информацию, испытают свои возможности и способности и решат, например, прийти к нам на работу, либо пойти учиться по направлению журналистики или операторского искусства. Это здорово. В программе акции была задействована территория всего парка. В зеленой зоне взрослые и дети могли поиграть в гигантскую дженгу, у фонтана посмотреть фильм, на ярмарке видных мастеров приобрести интересные изделия ручной работы. Это игрушки в технике амигуруми, связанные с плюшевой пряжей. Дети любят, и взрослые тоже. Попробовать свои силы в танце. Для всех желающих на деревянном подиуме организовали мастер-класс по бачате. Танцуем, отдыхаем. Кто-то открывает для себя новые танцы. Я подготовила для девушек мастер-класс. Будем танцевать красиво руками. Приглашаю открыть для себя мир танцев. Праздник объединил сотни местных жителей, взрослых и детей. Все вместе они развлекались и наслаждались теплым летним вечером. Погода благоволила настроению. Настроение отличное. Даже днем так интересно не было, как ночью. Настроение просто супер. Эмоции зашкаливают через край. Такие мероприятия, мне кажется, должны проводиться как гораздо чаще в нашем городе, потому что это помогает найти новых друзей и, в принципе, завести новые знакомства для тех, кто приехал сюда впервые. Очень интересно, весело, прекрасно. Приятно, что такие мероприятия проводятся у нас в парке. Праздник удался, все нравится. Отличная задумка, очень интересная. Мероприятие безумно классное, мне все очень нравится. Вообще, я безумно счастлива, что могу побывать на таком. Кульминацией этого насыщенного вечера стала пенная вечеринка. Организаторы уверены, с каждым годом акция будет набирать темпы. Креативных идей много, осталось только воплотить их в жизнь. Юлия Погосян, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.